Алло. Это фонд «Справедливая помощь». Я вас слушаю. Нас сегодня выписали с детской реанимации. Я пришел в аптеку. Там нет лекарств, понимаете? Я вас понимаю. Я найду вам лекарства. Оп! Ой, Алешка! Я летел сутки, прилетел всего на 2 дня. У вас с папой праздник. Костя дома ждет, Илья. Собирайся, поехали домой, пожалуйста. Алеш, не могу, это очень важно. Правда, извини. Мне нужен морфин. Я не дилер, я врач. Там всего 4 кубика. Это ребенок. Ребенок, не ребенок. Раз, какая? Нет, честно. Не могу. Да что вы за люди-то, а? Лиза увлеклась паллиативной помощью. Чем, простите? Это работа с умирающим. Давай, мой котеночек. Давай, моя рыбка. Морфин она у вас спросила по-дружески. По дружбе. Лиза, это Глинка? Я. Майор Кольцев, старший следователь по особо важным делам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Ты совсем с катушек слетел? Я взяла, я верну. Лизавета Петровна, вы не нервничайте. Лучше бы преступников ловили настоящих. Вы что тебе не мясо? Какой лет тебе эти бомжи? Лиза, да. Я люблю тебя. И я тебя люблю, Тань. Ты мне дай грамот. Грамот, Ген. За борьбу с мировым злом. Я дам вам время, чтобы вы нашли препарат. Если это не случится, то дело примет неприятный оборот. Ну, я все сделаю, я все успею. Домой! Ну домой, мам! Давай, давай! Лево, налево, давай, 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 давай! Хотите шоколадку? Не надо шоколадку. Спасибо.